поздравляем с победой. Да, 7-я победа. Я думаю, все счастливы. Насколько, я думаю, перед сезоном, да, ваша команда, ну, могла представить, что такой старт у вас будет в чемпионате? Настраивались изначально на победу в этом турнире, потому что мы же играем лет 8, наверное, бизнес-лиги, как бы, и каждым годом хотим все время выигрывать и выигрывать. И, как бы, и в этом году, когда заявлялись, поставили перед собой цель быть первыми. Как всегда, хочется первое во всем, и даже в этом футболе, и в спорте, и в работе. Да. Ну вот, рассчитывали вы, что у вас 7 матчей, 7 побед будет? Ну, это, конечно, приятная неожиданность, потому что в прошлом году мы выиграли первые 6 игр подряд, а потом у нас была серия 7 поражений подряд. Поэтому на 6-й победе мы так немножко, конечно, пальцы скрестили, думали, как оно будет. Но видите, борьба сегодня была, конечно, очень хорошая, и мы 7-ю победу одержали, что вполне заслуженно. Сейчас команды уйдут на новогодние праздники, да, что там можно подтянуть вашей команде, что еще, может быть, не получается? Ну, думаем, наверное, Роналдо пригласим в межсезонье, потому что у нас вакансия будет, вот. Но если серьезно, мы планируем ходить на тренировки где-то в первых числах декабря, уже у нас планируются тренировки. Января, на самом деле, то есть никакого этого зимнего межсезонья длительного у нас не будет. Будем тренироваться, потому что, еще раз, задача выиграть чемпионат. И с выигранным 100% результатом это, конечно, будет очень хорошо. Ну, я думаю, что, пользуясь случаем, поздравим, да, всех с наступающими и Рождеством, и Новым годом. Да, поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю, чтобы у всех было здоровье самое главное. И чтобы у всех на рождественском и новогодних столах была продукция абсолютного качества. Ну и увидимся уже на паркете бизнес-лиги. Да, обязательно, да. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо.